На конкурс дети читают стихи. Хмарская Василина, 15 лет, город Красноярск. Алексей Трифонов, сержант Романова. Сержант Романова, товарищ лейтенант, для прохождения службы в вашу часть. Какой хорошенький сержант! Откуда нам такое счастье? По окончании курсов медсестер, Калуга, часть 3М15. Так, так. И что умеем мы? Турвальца, пудра, мыльцы, пяльца. Они смеются там над нами. Детишек шлют в стрелковый взвод. С такими дивными ногами мазурку прыгать или фокстрот. За месяц третье пополнение. Состав почти сменился весь. А кто солдата в тыл потащит? Тут силы надобно не счесть. С такими ручками компоты, борщи в столовой разливать. Ну, я задам замком, уроды! Смеются, что ли, в душу ять! Товарищ лейтенант, простите, про все, что вы сказали здесь, умею, по труду учитель, диплом о бальных танцах есть. Но кроме этого всего, два ордена, медаль имею, знак ворошиловский стрелок. Про силу-то сказать не смею. Под Минском 10 человек я лично вытащила с боя. И если вам не подхожу, заменят пусть меня другою. Не буду плакать, нет уж слез, я их все выплакала разом, когда братишку, мать, сестру я в Пскове потеряла сразу. Ну, ладно, ты не кипятись. Война, она не фунт изюма. Садись, чайком вот угостись, а мне же надо думать. Нам утром берег с боем брать и укрепиться дня на два. Все есть, боекомплекты, люди, есть харч, узбекская халва. Смирнов! Я здесь. Пойди, устрой сестру, ночлег, чтоб был приличный. С бойцами после познакомь, мне за нее ответишь лично. На завтра бой переправа. Не два, а три дня продержались. И медсестра не подвела, хоть руки еле разжимались. Трех раненых по косогору в блиндаж немецкий притащила. Двух в тыл с платом перевезла и вплавь обратно поспешила. Так вместе, об руку рука, они войну всю прошагали. Полковником закончил он, она старлей плюс 3 медали.